Всем привет, ребят, добро пожаловать, и сегодня мы с тобой поиграем в страшную игрушку под названием куклы. И ты посмотри в менюшке, какая страшная кукла, что-то вертит головой, что-то делает. Короче, игра должна быть интересной, погнали, глянем. Так, какая-то обезьянка стучит в бубен, в диски. Прикольно, так, окей, у нас интерактив VSD, F, E и Escape. Окей, хорошо. Так, использую фонарик в каких-то случаях. Какие-то двери, короче, все понятно. Нас пытаются тут обучать, туда-сюда. Окей. Тут показывают имена разработчиков. Я так понимаю, те, кто делал там... Довольно-таки это реально инди-игра, то есть разработчиков не так много в данной игрушке. Ну, погнали, глянем. Окей, так. И какие-то страшные игрушки. Что-то Jobs Local Town, что-то они орудуют в городе, что-то такое. Семья, что там, 50 лет где-то была, что-то произошло. 30 баксов, помогите. Будем платить вам 30 баксов за то, что будете работать в каком-то магазине игрушек, что ли. Короче, по типу как Фредди, скорее всего, да? Да. Ночь первая. 3 часа ночи. До 3 часов ночи просидеть, либо что? Да, вроде до 3 часов ночи. Воу! Ой, тихо, блин, что? Почему так громко-то? Алло. Так, продолжаем. Я, короче, звук сделал потише, уж слишком громко. Так, игрушка началась. Так, что у нас? Клавиатура, принтер. Довольно-таки работаем в хорошей атмосфере. Какие-то камеры. Почему-то все так светло, непонятно. Фиг его знает, надо было зайти в настройки. Так, мы можем закрывать двери. Ой, тихо, блин. Тихо, блин. Не пугай меня. Я думал, мы будем... играть за охранника, но не ходить ни по каким, блин. Так, вижу кукла. Либо что, где вообще? Почему так все светло, ярко, пыльно? Так. Давай, короче, перезайду. Ни хрена подобного, ребят, тут нет настроек. Короче, нам, я так понимаю, нужно вот что ли до 3 часов продержаться. Сейчас у нас 12 ночи, да? У нас вот повар-система... Фиг его знает, блин, почему... Тихо, блин! Почему так страшно это все начинается? Блин, все, закрой. Сидим все, тихо. Фух. Блин, реально не по себе. Да, игра немного пыльноватая на вид, как бы, но я думаю, ты видишь сам. Так, нам главное сейчас разобраться... Как это вся херня? Так, обезьянка, вот. Тихонько. Что там тут нужно-то делать? Давай-ка сейчас шастать. Так, что у нас тут есть? Какие-то непонятные переходы. Бегать мы не можем. Двери открывать не можем. Почему-то. Это странно. Ну да ладно. Так, какие-то еще двери. Ну, довольно-таки локация такая, чисто бегать от монстра. Что это за фигня? Так, окей, ладно. Давай-ка побегаем тут, посмотрим, что у нас тут есть. Так, стена кирпичная, какие-то ящики. Не знаю, спрятаться нужно от кого-то, да? Ну, короче, нам нужно тупо выживать, как во ФНАФе. Да, как в настоящем. Чё скрежетёт? Кто скрежетёт? Чё тут происходит? Почему я не могу... Чё, кто это скрежетёт? Кукла, привет! Так, ладно. Блин, реально игра какая-то пыльноватая. Я не знаю, может, монтажи чуть-чуть контрастности повышу, чтоб не такой она была пыльной. Непонятно. Так, вот тут можно зашкериться от монстряков. Хорошо. Но мы, знаешь, играем за типичного охранника, как бы, проверь, не знаю, там, склады, всякую фигню. Не знаю, вот тут сказано, вот нужно... Тихо, блин, что за музыка такая какая-то? Нафрягающая. Ладно, ну ничего такого, господи. Ну, что за фиг... Так, откуда мы пришли? Так, мы пришли отсюда, да? Так, вижу, кукла пропала, хорошо. Это в пределах, мать его, разумного. Так, ты меня бесишь. Почему ты... Вау!
Капец. У тебя и рожа упоротая, блин. Как ты так-то меня поймал, засранец-то? Даже без всяких скримаков. Ну, знаешь, чтобы не испугать человека, который проходит игру. Молодцы. Не добавили громких криков, еще всякой херни. Ой, не знаю. Я бы вот сюда бы зашкерился бы втихаря. О, у нас это получилось сделать. Так, а как я выйду? А, все, вышел. Нормально. Так, вот тут я, значит, проверял вот эту тему. Вот тут что-то еще. Так, фонарик вруби. Так, без фонаря вообще никуда. Да, отсюда мы пришли. Короче, тут какие-то сложные, блин, переходы, заходы, блин. Ой, не знаю. Ну, давай по камерам следить. Ага, вот это. Да я уже закрываю двери. Все, хух. Все шикарно. Вот тут бесконечная энергия. Я вообще бы тут находился бы, как у себя дома, блин. Так, ты посмотри, у двери нашей сидит. Гад какой. Во. Так, по идее, он могли бы сделать реально вот FNAF, ну вот не такой, чтобы бегать за кем-то, я не знаю, вот. Так, вообще, где это вообще, что-то какие-то локации непонятные. Так, давай-ка смотреть. Вот тут она, сволочь, сидит. Подожди, вот тут, что ли? Она тут сидит? Так, ладно, закрой. Или где сидит, я не могу понять. Ой-ой-ой, музыка. Ой-ой-ой, музыка-то что-то такая-то не очень добрая началась. Ладно, давай, заходи сюда. Все, спрятались. Так, давай-ка вот, пока у нас энергия не кончилась. Я вообще во FNAF не шарю. Да не, шарю, конечно, в плане того, что вот по сюжетке. Тихо, что за музыка-то такая? Так, опять эта сволочь здесь, да? Ну ладно, ладно. Вообще, правда, во FNAF'е я не умею толком выживать, это правда. Можешь посмотреть, у нас было много всяких роликов про FNAF. Можешь найти там The Joy Creation, мы проходили еще какой-то там, блин, как он, ой. Чё, а чё такая энергия-то быстро заканчивается? Ладно, короче, вот тут спрячемся, хорошо? Все, прячемся. Плохо то, что присесть мы не можем. Ну да ладно. И все, энергия сейчас. Кончилась энергия, все. Тихо, все, у нас кончилась энергия. Капец, двери. Двери открылись, ладно. Будем вот тут сидеть, я надеюсь, к нам никто не зайдет. Этот способ всегда... Ой! Тихо, блин! А тут был скримак. Ух. Понятно. Сейчас с вами понятно, шикарно. Ну, короче, я не знаю, давай-ка так выживать просто. Вот появится вот здесь, закроем, появится тут, закроем. Так, я надеюсь, это реально жопа меня не перекрикивает. Я еще чуть-чуть потише сделал, потому что мне кажется, что меня этот телефон Гай перекрикивает. Вообще, я хочу сказать, что... Довольно-таки интересная задумка, вот с куклами, хотя, блин, FNAF'ов реально много. Вот музыка, конечно, вообще не в тему, тут не в тему. Вот эта обезьянка мне нравится, довольно-таки классная. Короче, могу тебе сказать смело то, что мы проходили FNAF, FNAF, сейчас скажу. Five Nights Creepy Five Nights, что ли, как-то она так называется. Там, короче, вот точно так же вот FNAF, все оригинальная карта. Там вот мы точно так же бегали от этих монстриков. Понимаешь? Ну и вот. В принципе. Мы точно так же бегали, и это вообще было очень страшно. Особенно, когда Фредди выламывал двери. Ух, блин. Ну и, короче... Нам с такой фигней, в принципе... О! В смысле, откуда ты вышел-то? Как раз хотел сказать, что с этой фигней... Ну, к этой фигне нам уже не привыкать уже, потому что, блин... Реально, реально, вот... Сколько я реально FNAF'а проходил, вот...
так и не научился проходить нормально ночи. Реально, это просто фигня не работающая. Подожди, я так понимаю, эта кукла-шмукла напала вот, вот с этого места, пока я вот здесь стоял. Тихо, блин. Вообще фонарь, не фонарь, вообще просто не освещает ни в какую. А, у нас еще энергия с фонарем тратится. Ну тогда ну нафиг эту тему. Так, смотри, я буду следить за часами. В принципе, смотри, если вот дойдем до двух, я вот, короче, двери переключу. Блин, нам всего лишь 3 часа просидеть. Или нам нужно просидеть больше? Или до 6? Вроде до 3 часов ночи. Фиг его знает. Но самое, что интересно, эта игра находится в Steam, и она стоит денег. Ты думаешь, что я бесплатно тут играю? Нифига подобного, я ее купил. Блин, и она вроде как... Я надеюсь, она себя оправдает, правда. Уже не помню точно, как она сколько стоила. Так, хорошо. Ой, блин, исчез. Тихо. Вот это мне не нравится. Нахер. Ну нахер вас такой фигнёй. Да ты чё? Капец. Где это ты находишься? Я не могу понять. Какие это камеры? Зона 1. Зона 2. Но вопрос, какая где из каких зон вообще? Не вкуриваю. Мне кажется, или она у двери тут сидит? Ну ладно. Я не знаю, вот бы отпугивать бы этих штук. Так, ну, я думаю, ну, блин, почему так энергия-то тратится? Я не люблю вот FNAF из-за того, что энергия, какая еще к черту энергия, блин. Нас должны снабдить вообще генератором бесконечности, чтобы мы выжили здесь. Так, слава богу, это не эта дверь, а какая из каких дверей, хер его знает. Блин. Сейчас энергия кончится, и эта жопа нападет на меня. Быстрее уже до 3 ночи, дофигаривай. Сколько? 60 кругов должно пройти. Я не знаю, ну давай откроем. Ой, плохо, что я это сделал. Тихо, тихо, тихо. Блин, я слышу, как там... шастает. Блин, давай быстрее, пока у меня энергия не кончилась. Прям по процентам он бывает. Все, 3 часа ночи. 3 часа ночи, Карл. Давай. 3 часа ночи на часах, блин. Тихо, 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 тихо. О, да, мы проходим и получаем достижение. Фух, блин. Я уж подумал, что все. Бррр, капец. Чё, 5 до 5 часов утра теперь сидеть? Да ты что? Сейчас энергия вообще будет убывать просто как вода. Ты что? Блин, это вообще будет жестко. Ладно. Блин. Ой, плохо, что игра не на русском. Капец. But besides that, all seems to be in good shape. I knew I had a good feeling about you. So yeah, I'll check in later and make sure it's all okay. Take care. Окей. Он сказал, что сори, что тебя побеспокоил. Так, я так понимаю, это вот эта зона, да? Это вот эта зона. Это зона 1, это зона 2. Короче, вот эта жопа находится. А, их две. Я-то думал, что это один чувак тут бродит, а их две, оказывается, куклы. Окей. Так, ну нам главное не попасться, потому что, в принципе, смотри, мы сидим вот до такого времени. Вот до 5 часов утра. Я надеюсь, мы выживем. Надеюсь, мы выживем, потому что я вообще во ФНАФе. Блин, не профи, никакой я не профи во ФНАФе, честно тебе говорю! Чего у меня его рожа смешит? Ой, чувак, конечно, угарный, блин. Жесть. Ух. Ладно, давай продолжим в следующей серии. Если тебе игрушка понравилась, то, конечно же, дай знать лайком, там, комментарием.
Так, то игра вообще на любителей, я тебе скажу. Мне вообще, конечно, вот атмосферка этой игры не очень так-то. Но довольно-таки неплохо для инди-игры. Конечно, она вот платная, это, конечно, бесит. Ну да ладно. На этом пока что все, ребятки. Подписывайтесь на канал, лайкайте видео, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Кот. Всем удачи и всем пока-пока.